Сегодня у нас закончилась первая рабочая смена. А чем мы сегодня занялись? Электрик занялся тем, что удалял старые коммуникации электрики, а сантехник удалял старые коммуникации сантехники. Их работа еще не закончена, но они сделали любимую долю своей работы. Мы приняли такое решение, что поскольку здание в аварийном состоянии, а не иначе, то его надо максимально облегчить. Значит, данная работа будет следующим образом. Обратите внимание на перекрытие и обратите внимание на эту кучу. Здесь примерно на вскидку 3 куба. 3-4 куба – это то, что реально висело на потолке. И теперь я думаю, что не то, чтобы можно спать спокойно, но на один шаг это здание стало легче, и на одну секундочку я стал немножко уверен, что здесь можно находиться. Я очень надеюсь, что завтра нам посетит и электрик, извиняюсь, архитектор. И первый вопрос ему, почему данное здание находится в таком состоянии, то есть почему здесь нет никаких усилений. Первый вопрос, почему под камином не выложено никакого обвязывающего пояса и нет усиления. Второй вопрос, почему перекрытие в таком виде и как он находит усиление фасадной части здания, то есть по его мнению, действительно ли она безопасна. И второе, нужны четкие технические расчеты и решения для нас, строителей. Это проект, его печать и подпись, а мы сделаем исполнение. То есть у нас есть свое видение, как это делается, но, возможно, есть определенные строительные нормы и нормативы для исторического центра Амстердама, и мы можем в них подписаться. Первая рабочая смена окончена. Заявись!